Перекресток семи дорог. Вот и я. Выпускники городских школ на пороге выбора вузов. Сегодня для будущих абитуриентов распахнул свои двери самый уважаемый университет города МИБЛГУ. О новых направлениях в обучении и правилах приема узнавала Елена Петрова. Это тот самый день, когда Муромский институт Владимирского государственного университета становится сродни Вавилону. Ученики старших классов, выпускники школ, их родители и классные руководители спешат войти в распахнутые двери старейшего университета города. Будущие абитуриенты не только из Мурома, но и ближайших городов Нижегородской и Рязанской областей. Мы рады показать им наш институт и предоставить им комплект литературы, рассказывающим о нашем вузе. Наш институт очень теплый, доброжелательный, любит всех студентов. Поступайте к нам, мы будем рады вас видеть. Гуманитарное направление или техническое, здесь каждый сможет найти специальность по зову сердца, не уезжая из города и не расставаясь с любимой семьей. У нас сегодня 36 университетских специальностей, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, то есть все виды учебных ступеней и научной деятельности сегодня здесь представлены. Но мы сегодня можем сказать нашим ребятам, что действительно наш институт, это институт в составе Владимирского университета, это классический университет, и ребята получают по окончании дипломы самого высшего образца. Абитуриенты 2015 года совсем скоро встанут перед сложным выбором. С каждым годом новых направлений в обучении в МИВЛГУ становится больше. У нас институт набирает от юристов и до машиностроительного факультета специалистов всех профилей. Именно у нас половина направлений подготовки гуманитарные, половина направлений подготовки технические. В этом году мы впервые набираем магистров на направлении подготовки техносферной безопасности. Впервые набираем уровень среднего профессионального образования на базе 9 классов программной инженерии. Изменились и правила поступления на дневную форму обучения. Начиная с этого года победители внутривузовских олимпиад при зачислении на бюджет будут получать дополнительные баллы к своим результатам ЕГЭ. По 5 за первое место и по 3 за второе и третье. Были проведены олимпиады по 4 предметам – математика, информатика, физика и химия. В каждой олимпиаде у нас 3 победителя, соответственно. Первое место – одно, второе – одно и третье место – одно. Получается, 12 человек должны получить дипломы. Но есть один мальчик, который получит 3 диплома сразу. Он занял второе место по физике, третье – по математике и второе место по информатике. Всего за один только день, когда двери были открыты для всех желающих, Муромский институт посетило порядка 1000 молодых людей. И каждый из них открыл для себя что-то новое. Елена Петрова, Александр Бурсуков. Новости Муром.